сказано, что идем к фараону, поскольку я, когда я захожу с фараоном в царский дворец, в лучшем случае, я вижу, что я хочу видеть, как Творец бьет фараона, или насколько он абсолютное добро. Что я вижу практически, то, что в лучшем случае фараон бьет моего близкого мне брата, дорогого для меня, а еще вижу, что и Творец тоже бьет моего брата. Я знаю, что это происходит, как он пишет, поскольку сердце мое нечисто. Вместо того, чтобы видеть благо, я вижу несправность. Я вижу по своему телу и в своем сердце боли своего брата. Мой вопрос, о чем мне молиться? Как мне молиться, чтобы из-за меня мой брат не получал ударов? Ты уверен, что то, что ты не сможешь сделать, он получает из-за тебя удар? Да. Причина я. Причина ударов. Что никто, кроме меня, не виноват. Да. Но почему же мой брат получает удары? То есть Творец показывает мне через товарища то, что я еще не достиг правильного состояния, чтобы видеть его как доброго, творящего добро во всех случаях и ситуациях. И нет у меня возможности оправдать Творца вообще никоим образом. Что бы я ни делал, ту боль, которую я чувствую за то, что другой получает удар, я никак не могу оправдать за это Творца. Это хуже, чем если бы ты сам получал удары. Да, пусть со мной делает что угодно, просто пусть не бьет других. Хорошо, так нужно молиться. Об этом и вопрос. В таком состоянии, когда как бы заставляют меня видеть такую ситуацию. Да. Я вижу это состояние, я его чувствую. Да. О чем мне молиться, чтобы Творец успокоился в этой сцене? Ата царих... Тебе нужно делать все, что требует Творец. Все. Пока ты не увидишь, что он прекращает наносить удары. Он делает это в таком виде, что может подойти к тебе, а иначе он не может, иначе ты убежишь от всех его действий. А в таком действии он знает, что он укалывает тебя в самое сложное место, самое чувствительное. Сказали просить Творца, что именно я ему говорю, что я у него прошу. Дай мне возможность оправдать тебя. Чего я прошу? Из-за чего он прекратит? Он же не прекращает. Так, чтобы сама сцена превратилась в то, чтобы я увидел, что он добр, творящий добро. Это то, что трудно. Ну так... Этого нужно просить. Именно это просить? Да. Это, чтобы была у тебя сила оправдать его и благословить его как доброго и творящего добро.